Здравствуй, Тверь! Шагом! Марш! Я Дмитрий Дюжев. Озвучил роль медведя в мультфильме «Урфин Джуз и его деревянные солдаты». Видишь, хозяин. До чего ты хозяина довел? Ты страшный, а я ужасный! Ха-ха-ха-ха! Это я оживил всех этих солдат! Наивный человечек, который хочет казаться страшным. А люди, которые хотят казаться страшными, они всегда очень нелепо выглядят. Если хотите что-то спросить, то лучше молчите! И прекратите, наконец, звенеть! Значит, это и есть Урфин. Ясно? Смотрите в кинотеатрах с 20 апреля.